ты смеешься? О, спаси Христос, это же щука настоящая. Ого, мама дорогая. Щучьи головы, да, как это? Да под щучьи головы. Ну. Слушай, ну а такую реально поймать? Ты на удочку или как его ловишь? Да нет. На живца. На живца? Загадай желание. По щучьему велению. Ты прикинь, какие там зубы страшные. Вот так. Ой, спаси Христос. С днём рождения. Да. С днём рождения. Не попал на него. С днём рождения. Всё, и что, теперь надо пойти-то срочно в морозилку закинуть. Да. Пакет. А тут вдруг оживёт. И в морозилку. А как я её в пакет-то такую большую? А даже не знаю. Ладно, сейчас что-нибудь приду. Ладно. Спаси Христос. Огонек посмотрим. У него нет мыслей там, ой, как мне здесь плохо, надо поехать куда-то там искать что-то лучшее в город. Да это, знаешь, мне кажется, зависит от человека. Вот я такой консервативный вроде, а там смотрю, вот нынешняя молодежь. Спокойно, человек, собрались там в Питер, уехали, все там, там раз там начал учиться, там что-то работать, женился, там все, то есть вот там Москва, Питер, то есть абсолютно как бы нормально, место поменял там, ну то есть жизнь.